На один вечер литературный сквер оккупировали фанаты двухколесного транспорта. Организаторы обещают гостям много интересного. Здесь рады и любителям, и заядлым велосипедистам. Первая остановка – тематическая ярмарка, на которой можно прикупить запчасти для своего байка, а также много интересного. По сходной цене можно раздобыть запасные педали, цепи, тормоза. Каждая из этих некогда затерявшихся в гараже вещей обретает вторую жизнь. Для многих, кто зашел в этот вечер в литературный сквер, велоспорт – это стиль жизни, а тюнинг двухколесного коня – увлекательное хобби. Помимо запчастей, предлагают сувениры, открытки, значки. Мероприятие «Велодвиж» мы с ребятами, велодрузьями решили организовать в этом году первый раз. Это такая атмосферная площадка, хотелось собрать велодрузей, жителей города, чтобы в приятной атмосфере, кусочки природы, несмотря на то, что это центр города, пообщаться. Организаторы разбили территорию на несколько тематических зон. Рядом с дизайнерским велосипедом можно сделать фото на память, а неподалеку уже на своей технике проехать полосу препятствий. Задача – не задеть конусы и преодолеть дистанцию за минимальное время. Кроме того, на площадке работают несколько точек, где можно передохнуть, подкрепиться или выпить кофе. Чтобы было всем удобно и смотреть, гулять, мы решили сделать, и музычку, чтобы атмосфера была, и украсить все, и вот сено тоже поставить, чтобы интересно всем, удобно было всем сидеть, покушать, естественно, как же, если вечером прогуляться. Встречу велосипедистов сложно представить без конкурсов и соревнований. Одно из популярных развлечений для продвинутых – соревнования на велостанке. Ребята садятся на велосипеды, закрепленные специально на станках, и крутят как можно быстрее педали. Кто быстрее преодолеет дистанцию, весьма она короткая, где-то 300 метров, за 15 секунд среднее время получается, тот и становится победителем. Это очень азартно и интересно. В финале вечера гостей ждал кинопоказ «Под открытым небом». Фильмы тоже тематические. Первый в Иванове «Велодвиж» собрал больше сотни любителей двухколесного спорта. В следующем году организаторы пообещали встречу повторить. Максим Серебряков, РТВ, Иваново.